Цифровая фоторамка Digma PF743. 7-дюймовый фотоальбом с функциями календаря и часов. Устройство поставляется в фирменной картонной коробке вместе с подставкой-ножкой, адаптером питания с круглым штекером и пользовательской документацией. Фоторамка выполнена в лаконичном корпусе из прочного белого пластика. Размеры не превышают 204 мм по ширине и 142 в высоту. Толщина рамки 23 мм, а вес 330 граммов. На передней панели располагается 7-дюймовый экран, построенный на основе IPS-матрицы и обладающий разрешением 1024 на 600 пикселей. На тыльной стороне корпуса расположена панель управления. Здесь две кнопки включения и отключения и выхода в меню, а также пятикнопочный джойстик. Рядом отверстие для крепления ножки подставки. Также предусмотрена возможность размещения цифровой рамки на стене. На торец фоторамки вынесен слот для карты памяти, разъем USB для подключения телефона, планшета или флешки и гнездо для подключения кабеля питания. Работает устройство от бытовой электросети. Основная функция Digma PF743 – это воспроизведение фотоизображений в режиме слайд-шоу или режиме предварительного просмотра. Форматы видео и аудиофайлов устройство не поддерживает. Вместе с фото на дисплее отображаются текущие дата и время, а функция таймера позволит настроить удобное время включения и отключения фоторамки. Что в итоге? Цифровая фоторамка Digma PF743 поддерживает три формата карт памяти и распространенные форматы фотоизображений. А еще данная модель предлагает простой набор функциональных возможностей, с которыми легко разобраться.